Вот мой брат, это, он, это наши дети. Он невеста. Знаешь, сколько просмотров соберет Рой? Подписывайтесь на мой канал вот здесь, который, да? Опа. Оп, сразу. Привет, пацаны. Embedded. Да, привет. Опа. Привет. Это Рой Джонс? Да. Опа. Встречаем. Здорово. Гостей. Здорово. С днем рождения еще раз. Спасибо. Всего долгих лет жизни тебе и всего-всего самого-самого наилучшего. Дякую. Это мы приехали типа в мой день рождения к нему блог снимать. Да, видишь как. Ну, заходим там. Заходим, конечно. Заходите, ребят. Погнали. Кого он там звучит? На камеру. Молодец, 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 да. Правильно, правильно, молодец. Защищай меня. Да, молодец. Пошли, Рой. Все. Рой, молодец. Молодец. На сборах у тебя там были еще насадки. Да все, слава богу, блин, столько бегали вообще. По боксу сборы были. С боксерами там был? Да, да. Наверное, пробежали где-то под 200 километров всего за весь сбор. Там и в горку бегали, и по горной местности, и везде там. И у них там план тренировок был написан, знаешь. И первая тренировка у них была прогулка, потом школа бокса. Там такая прогулка, что я вообще в шоке был. Там и так гуляли по горам, бегали. От этой прогулки было тошно. Сильно вот, скинул вес? Ну да, было дело, потому что там еще и кормили так не особо хорошо. Поэтому... Спартанские условия. Да, да, да. Для сбор... Все для сборников, все для сборников. Это сборная Украины по боксу. Да. Ну, молодежная там была сборная. А вы чисто да, функционалка, да? Да, функционалка, поехали подготовиться. Но я думал, что там сборы по ОФП, а там оказывается СФП, короче. Такое уже... Специальная физическая подготовка. Да. Ага, уже со своим весом работа. Ну, кушайте, что. А кто у тебя был, с кем постоянно был? У тебя в Инстаграме был там тяжелый вес. Да, Витя Матейко. Он дрался в WWC. Тоже. В тяжах? Да. Где-то 3-4 турнира назад он дрался. Это у тебя был первый этап, сейчас идет в Киеве второй этап. Да, да, и сейчас уже будет третий скоро. Два месяца уже готов, ну, подготовки прошло. Мы с тобой, помнишь, по телефону общались, ты говорил, я его сейчас, ну, типа, спрашивал, типа, не сильно рано начал, ты думаешь? Ну, вообще я ориентировался на другую дату, на 8 число там вроде. Потом ты мне сказал, и, ну, ничего, чтобы приспосабливаться, преодолевать. Да, у нас немного поменялась дата турнира, там сначала ориентировалось, было вроде бы 10 число, 10, 8 вроде бы, 15, там что-то да, было в тех числах, а потом перескочили аж на 29 число, потому что, если не ошибаюсь, там Дигдю наехали. Я не знаю, кто наехал. Ладно, это шутка такая. Член семьи наш. Нам ничего не просил. Сынок. Рой Джонс, будущий чемпион мира. Да? По собачьим боям. Покажи, как мы все съели тут. Это про халтуру. Да-да-да. Это ты, Макс. Потому что я сижу. Да, уже второй кусок ем уже. А я встал уже. Я уже встал, потому что съел все. Вот бананы там, печенье, да. Это берите. У меня вес упал очень сильно. Так набирай вон. Да-да-да. Я сейчас еще диету забросил-то. Ну, не то, что забросил, просто сейчас увеличил питание намного. Ты высчитываешь калории вообще свои? Да, да, да. И сколько у тебя калорий в сутки? 3,5 где-то. 3,5 в сутки? А расход? Расход очень много. И поэтому я начал сбрасывать. У меня получается, я вот с утренней тренировки прихожу, у меня уже где-то
ну, 1500 калорий нету. Mm-hmm. Это за счет того, что я туда-назад иду, mm-hmm. это уже там 1000 калорий. Я считаю, что в зале 500 калорий теряю, там я делаю кардио-тренировку там. Ну, примерно вот так выходит полторушка. Серега идет до своей тренировки, до сбоя на, ты мне рассказывал, да, полчаса. Полчаса, да. Да, километраж ты какой? Ну, там получается 3000 шагов, я не знаю там, сколько там, не знаю сколько. Я просто, у меня есть программа там, угу. и 3000 шагов где-то, 2800. Ну, в общем, полчаса до тренировки, тренироваться и полчаса обратно. Да. И так 3 раза в день, да? Да, да, да. Нормально, короче. Тяжеловато, тяжеловато, да. Утром встаешь, так холодно, блин, не хочется вставать, блин, думаю, ну, может, ну, все, вот это бросить, но нет, все равно надо идти тренироваться. Сила духа. Да, да. А, у Яны 22 года вот, исполнилось. Сережа сказал, что 33 не за годами. Не за горами. Не за горами, не за горами, да. Не за годами, не за горами. Мы, кстати, можем сейчас выпустить их. Отпустить их? Ну да, но потом уже, когда выйдем, когда выйдем на улицу. Жалко. Так на видео что? А, для видео не жалко, да? Это ты утром бегал, да, заказывал? Ну, что, они привезли просто, я... Они привозят. Позвонил, заказал, да, и да. привезли. Так, он. Так ты романтик? Да, звонит. Да. Да какой романтик ты чё? Я романтик. Пусть Яна рассказывает. Яна. Да, романтик. Поклещи меня. Что, Яна, в следующий раз я тебе подарю шарики на 33, хорошо? Хорошо. Всё. Да ничего страшного, может кому-то в окно залетят. Опускаем. Раз, два, три. Ты сейчас улетит туда. Как ты сейчас упадут? Вот так вот. Романтик. Ничего, хоть будем каждое утро смотреть на них. Придется его сбивать. А мой улетел. Идем за водичкой. Сейчас я водичку взять. Надо. Надо платить за вход, нет? Не, а. Да. Яна без воды это невозможно, чтобы было. Постоянно воду надо пить. Тима, я 5 гривен нашел. Реально 5 гривен нашел. Рой. На. На. Рой любит деньги. Все любят деньги, да? Контактный. Хочешь яблочко? Давай, сорви мне яблочко. А можно тут, Рой? Да, конечно, можно. Так, давай самое красное, да, Ян? Вот такого. Вот оно, все. Спасибо. Пожалуйста. Яблочко сорвал, 5 гривен нашел. Сейчас, подожди. Подожди. Цветочек. Сейчас не отдаст. Все, не отдаст. Скоро Рой будет более пропиаренный, чем я, да? Какая машина. Я. Знаешь, сколько просмотров соберет Рой? Ты чё?
Бывает, так хочет пить, что ж служи пьет. Тебе будет задавать вопрос, почему именно Рой Джонс? Да. Мы думали или Мухаммеда, Али. Я хотел Али назвать. А. Просто Яна не хотела. Рой Мугой такой, да? Серега, расскажи, как часто вы выходите в такие дни, у вас прогулки? Мы? Каждый день. Каждый день мы выходим. Но просто не в такие места. Так, по городу прогуляться. Просто мы живем в такой части города, что там в центре особо негде погулять. Так, по городу, если прогуляешься, и все. А твоя любимая еда? Моя? Суши люблю очень сильно. Можно я скажу? Жареные макароны. Он готов кушать жареные макароны утром, в обед и вечером. Обожаю. Именно жареные? Да. Именно жареные макароны. Даже яичко добавлять, колбасочку. Обожаю. Чтоб аж хрустели. Давай мне на тебе пятерку назад, это мне 100. Так, тебе 5, мне 100. На, держи. А что было только что? Только что нашла 100 гривен. Я сегодня 5 гривен нашел, на, а я на 100. Я уже до тебя от души дала, ты мне бы от души дала бы 100. Ну такой ценник, плюс 105. Да. Надо так и сделать. Да. Подписывайтесь на мой канал, вот здесь, который, да? На меня в Инстаграме подписывайтесь, вот тут слева в углу будет. Как блогеры говорят. Все, мы сейчас покушали, все хорошо. Я сытый, довольный. Завтра опять эта диета. Ой, как я ее не люблю. Сейчас мы идем в тир стрелять. Сейчас я покажу вам, как надо стрелять. Я ни разу в жизни не стрелял. Наверное, не умею стрелять, на самом деле. Белый медведь, я должен его выиграть. Но думаю, вряд ли. Здравствуйте. Можно пострелять вас? Конечно. Сколько у вас? 50 гривен, 10 выстрелов. 50 гривен, 10 выстрелов. Хорошо. Тут выиграть еще можно что-то, да? Это призовая игра, 50 гривен, 5 выстрелов, это нужно вбить слово приз. Что нужно? Слово, видите, приз. А, сбить его надо, да? Да. Вон его сверху такие точки. О, ну это очень серьезно. Так, 10 выстрелов. Все, вставил. Да. Все зарядило. Куда стрелять-то? По баночкам давай. Я не знаю, а где, чтобы медведя выиграть? Да не, тут не получится, там приз, вот слово приз, видишь? А. Там нужно в верхние вот эти точки попасть. А, все, так давай по верхней точке. Да я не смогу, ты что? Давай там по банкам. Я по банкам буду стрелять. Ты видел? Ты видел это, пацанчик? Выстрел, банку попал. А сколько банок надо, чтобы белого... Не, банки нет. Надо вот там слово приз, Ян. Приз? Давай, короче, давай слово приз сейчас расстреляем. Давай попробуем. Ладно, я попробую. Не получилось. Да, попал. Попал в бутылку. Блин, я хочу по этим всем призам попасть. Макс, мы с тобой стрелки еще те. Да, сейчас. А вон утки еще есть там эти. Вообще не видно. Хорошо. Я не знаю, мы куда вот сидим? Я сюда, ну. А что мне роботов? Да ты что, как мы на них поедем? Вот так вот стоя поехали бы. А они едут вообще, да? Нет, это детские. Какой? А тут сиденье вообще... Ой, ёпсика. А мы не провалимся, да? Ой, блядь, тяга должна быть серьезно. А можно их? Прямо на ухо, это тяжелое. Я на тяжелый у меня. А где Рой? Рой там. Игорек, поехали, да. Тут тормоза нету, да? Смотрите, как я по луже поеду. Давай так, не надо, по луже не надо. Да не бойся, малыш, что ты орешь? Малыш, серьезно я еду, да? Ой, блин.
колесо сдувать. Главное важное лицо. Важное лицо надо сделать. После боя будешь так вот выезжать, представляешь? После боя так выезжать буду на мотоцикле. Смотри, у Максима упал телефон. Остановочка. Разбил? Макс, чуть аварию не создал. Разбил, да? Ну, он у меня полосы разбитый. Да, жалко. Приехали. 50 гривен. 50 гривен, родная моя. Ну вот, друзья, вы увидели, как я провожу свой выходной день со своей семьей. Это самый лучший день. Сегодня я могу покушать все, что хочу, побыть с людьми, которых я люблю побольше. И вот так вот мы ходим в парки, гуляем, отрываемся, делаем то, что, ну, все, что хотим, делаем. И отвлекаемся от работы. Вот так вот я отдыхаю. Хотел бы пригласить всех на WWFC 12, где я 29 сентября буду защищать свой титул чемпиона мира версии WWFC. Приглашаю всех в Киевский дворец спорта. Приходите, будет очень-очень жарко. Я покажу вам хороший бой. Ну, а сейчас у нас семейный поцелуй, да? Роя целуем. Я думала, его эти, ну, губы ты Роя первого целуешь. Сережа, это вы вырежьте, да. Меня, потом Роя. Хорошо. Сейчас я поцелую того человека, которого очень сильно люблю. Давай нормально. Нормально. Нет, скажи, начинай. Приглашаю вас на... Так это уже было. Да. Надо же типа закончить. А что, сейчас я буду целовать свою любимую, да? Ну просто перебивка типа. Ты знаешь, типа... А, я скажу, ну все, всем до свидания, да? Ну да. Все, всем пока, счастливо. Оставайтесь с нами. Ну я в губы не... губы или лоб целуешь? Или в нос? В лобик. Ты должна думать. Ну все, всем пока, ребята. Счастливо, до свидания. Будьте с нами. Да ты сама не хочешь. Да ты мне сказал, что ты мне лоб, я тебя же лоб подставляю. Ты меня в губы целуешь. Ты нормально. Ну все, давай в губы. Губы или в лоб? Сейчас куда ты меня будешь целовать? Давай в губы сейчас. Подожди. Хорошо, ребят, всем пока, до свидания. Подожди, Макс, ты же... Рой уже устал ждать. Все, так, раз, два, три. Все, ребят, всем пока, до свидания, оставайтесь с нами интересно.